что случилось с припиской Блэд. Раньше в игре была очень популярна приписка Блэд. Кто помнит ее, тот определенно олд в игре. Но что же случилось с припиской и почему ее больше не встретить в никах других игроков? Блэд — это приписка, которая была создана ютубером Ice Crow, задумана как способ тиминга. Она пользовалась огромной популярностью. Эта приписка встречалась в каждом бою. Но в один момент Supercell начали менять ники игроков с припиской Блэд на стандартные. К примеру, Спайк или Вор. Это одна из причин, почему данная приписка стала реже использоваться. Гемы только на PlayRock.